Сегодняшняя тема. Ученые взяли за образец программу «Анонимные алкоголики», в ходе которой терапия зависимости осуществляется на принципе родства, общих проблемах и переживаниях всех участников. Первое исследование прошло в 2004 году. Выяснилось, что 40% алкоголиков, помогавших братьям и сестрам по несчастью в проекте «Анонимные алкоголики», смогли успешно расстаться с зависимостью. А вот среди тех, кто в программах взаимопомощи не участвовал, удачно завязали только 22%. Следующее 15-месячное исследование, проведенное в 2009 году, показало, что 94% алкоголиков, работавших в группах взаимопомощи, делали это с удовольствием и сообщали об очень низком уровне депрессии. По мнению ученых, группы взаимопомощи для людей, страдающих зависимостью, один из лучших вариантов реабилитации. Возможность почувствовать, что твоя проблема не уникальна, и ты можешь что-то сделать для других, заставляет забывать о собственной тяге к психоактивным веществам и легче переносить период адаптации к жизни без наркотика. Источник такздорово.ру. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.